Всем привет! И сегодня у нас вновь на рэк. Эта история началась с маленьких коротких заездов к нам на кофе, небольших корректировок пленки в дизайне еще автомобиля Supreme, небольших подкрасок авто и реставраций. И все это переросло в огромный проект. С автомобилем было проведено много интересных работ по подготовке его к новому дизайну. Так что доставайте печенюшки, чаек и приятного просмотра. Парашют я свой одел, машину оставляю в гараже специального назначения на полное перевоплощение. Дизайн мы придумали совместно, будет очень пушечный. Ну что, малыш, я тебя оставляю в надежных руках. Эмоции просто переполняют. Это просто бомбический стиль. Ладно, что я наигрываю? Короче, ребят, я стиль уже видел, машину уже видел, я знаю, как она выглядит, на ней прокатился. Скажу вам больше, этот дизайн уже есть в Алгерии, ребята заимствовали у нас, чтобы вы знали. Кстати, а можно будет мои эмоции, когда я реально во время выдачи видел машину? Ну все, кайф. Всем привет! За моей спиной творится еще одна легендарная история. Нам осталось поклеить задний бампер и крышку багажника. На рэк, так же как и вы, еще не видели свой автомобиль. Я правда реально был в шоке. Алло, мам, я на съемках. В кино, кино снимаем, да, в телеке. Да, потом перезвоним. Попал самый крутой детейлинг. Берите у него скотч. Хотелось бы, чтобы Мерседес мне что-нибудь отправил, подарок какой-нибудь, отсышку 63-ю, новую, последнюю. Вот я не намекаю как бы, но отметь их, пожалуйста, пусть они задумываются над этим. Еще вернусь. Детейлинг-центр Гетвош, Татьяна, добрый день. Тут такое дело, я машину притер. Че, ждете меня? На рык, блять, звонит. Намазан, ну что ли, ездить и ездить. Да ты его знаешь.